Авторадио Магадан, 103 FM. Я сейчас, кстати говоря, вот к вам ехал, начну сейчас задавать. А что это за желтые полусферы появились в городе такие? Там, как, знаете, вот яйцо жаришь, там желток такой не разваленный, да, такие желтки появились по городу. Это в рамках обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Потому что у нас знак – это не преграда, бордюр – это не преграда, газон – это не преграда, но есть особо опасные точки, куда нельзя наезжать. Это закрывать зоны видимости пешеходных переходов. Вот у вас наглядный пример возле МТК. Значит, стоят машины на пешеходном переходе. Да, должны стоять 15 метров от пешеходного перехода. Вот, поэтому мы сейчас выставляем эти полусферы, их изготовили пока 60 штук. У нас плохое место возле Восхода. У нас плохое место возле бывшего гастронома, сейчас вот напротив ЦУМа. Вот, там, по-моему, 5 или 6 точек, где представляет опасность, где водители забывают, что это пешеходная зона, и могут перекрыть движение, и человеку нужно выйти на проезжую часть, чтобы обойти его любимого. Сегодня в городе Магадане открыто движение возле аптеки. Стоят там сотрудники полиции. Решение... Все хорошо. Вот я специально в час пик выехал вот сюда к вам на своей машине. Нет пробки. Да. Это все те, кому нужно ехать, свернули. Свернули. Но это нормально. Мы так долго этого ждали. Но есть процедура. Дело в том, чтобы изменить порядок движения, нужно много уведомительных различных процедур пройти. И самое главное, что поставить светофорный объект, это не просто так. Его нужно построить. Отсинхронизировать все. Ну и сегодня я смотрю, там они, работники Горсвета, стоят с секундомерами, там меряют фазу все-таки и смотрят, как отрегулировать, может быть, где-то уменьшить, а где-то добавить фазу, чтобы не было, решаем проблему в одной точке, создаем в другой. Сегодня это вот такой пусковой день. Человек, нормально. Чтобы вообще, народ привыкнул. Да, вообще мы говорим сегодня вот о полумарафоне. Это проблема будет людям. Да, я хотел бы сказать еще о некоторых проблемах, которые ждут магаданцев в связи с большими работами в летний период. У нас 23-го закрывается движение по улице Транспортной на целый месяц в связи с ремонтом тепломагистрали. Вы видите, по правонабережной идут активные работы по замене трубопровода, но нам нужно пройти еще под улицей Транспортной, чтобы соединиться с первичным контуром на той стороне. Вот, поэтому обещают раньше, но настраиваться нужно на месяц того, что нужно будет, получается, от кольца 31-го квартала. В центр можно будет попасть по правонабережной. Она, правда, в грунтовом покрытии, но сегодня дано поручение, чтобы ГЛУЦ с повышенным вниманием относился к этому участку грунтовой дороги, поливал ее и своевременно грейдеровал. И будете выезжать сюда к Чайке и дальше поедете по городу. Ну, а те, кто будет ехать с порта по транспортной, на речную, там как бы проблем никаких нет. Мы хотим ездить по хорошим дорогам, конечно, безопасным, а для этого нужно немножко потерпеть. Поэтому это как можно сравнить там какую-то необходимую операцию. Вот надо сделать операцию, и вы будете здоровы. Вот здесь то же самое. Потерпите, да. Вот этот, надо вырезать, да, аппендикс. Этот, надо вырезать аппендицит, надо поменять бордюры эти убогие, которые уже по 30 лет стоят, и город станет более привлекательным. Вот. Есть волнение, конечно, сегодня я получил от губернатора, наверное, заслуженно, о том, что там затягивается заключение контрактов. Вот, но мы делаем все для того, чтобы контракты были дозаключены еще по двум дорогам и выйти на стопроцентное исполнение заданий по освоению денег 2019 года. И уже сейчас мы перешли к проектированию объектов уличной дорожной сети 2020 года. Вот, а денег нам, мы уже не раз говорили, 1,2 млрд до 2024 года надо освоить. Поэтому и изыскание, и проектирование, это все вот надо делать сейчас. Авторадио Магадан, 103 FM.